Покровитель мой. Бесценный покровитель мой. Как ехали? И Лиза как? Здоровье как? По вашей милости, благодетель мой, превосходно. Да? В Петербурге что? Только о вас, граф, и говорят. Да? Государь так вас любит. Помнит, как вы с ним в Вильне на брюхах над картами лежали и ругались. Помнит еще. Все полно вами. Аллилуйя пою. Да. Все в друзья полезли, даже Бенкендорф. Бенкендорф? Иван Федорович, да. Как вы воюете? Пушкин бесится, хочет ехать к вам. Да, ну, пусть едет. Пусть. Воюю. Людей нет. Начальники избалованы. Все начинаю снова. Ну да, авось либо. Ну а вы, министр. Вашу милость, граф. А? Я привез вам проект свой. Да? Ну-ка. От него, от Паскевича, теперь зависит жизнь и смерть русских армий. Жизнь и медленная смерть разжалованных после Сенатской площади, сосланных в жаркую Сибирь декабристов. Жизнь Кавказа и мой проект. Вот он держит судьбу России в своих коротких пальцах. Как это просто. Как это страшно. Как это упоительно. Так, ну что ж, погуляли, да? Теперь вам в Персию ехать надо в нам. Дело трудное. Да уж гаже и быть не может. Да, да, да. Так вот, извольте видеть. Попрошу мне обо всем и доносить. Именно мне. В Петербурге дела мало разумеют. Касательно Персии. Деньги мне нужны. Деньги. Я без денег воевать не умею. Вам нужно ехать. Очень нужно. Я полагал бы, граф, что в Тифлисе, сидячи, я с персов денег более получить смогу. Ну, оставьте. А как туда приеду, так там уж дело будет другое. Они торопиться перестанут, я окажусь у них заложником. Оставьте, оставьте это. На месте виднее. Вторая статья. Истребите этих мерзавцев, этих русских дезертеров. На всю Европу срам. Нессельрод сетует несколько на медленность действий ваших. Оставьте Нессельрода. Я здесь войну веду, а не Нессельрод. По вашему приказанию, граф. Вот какое дело, Иван Григорьевич. Тут вот проект. Александр Сергеевич представил. Проект обширный. Я полагаю, заняться им следует. Вот и вы возьмите и потолкуйте. Вы ведь этим делом занимались уже несколько. Возьмите. Мнение мое благоприятное. Слушаю, граф. Так. Все, что вы говорите, Александр Сергеевич, в своем проекте меня уже давно занимает. Пора. Пора унять мерзавцев. Я бы сумел это провести. Не все мне воевать. Я покажу этой сволочи, как нужно Кавказ устроить. Я кончу кампанию и вызову вас из Персии. Посидите там месяц. Я напишу Нессельроду, вас заменят. Вы будете моим помощником. Я имею к вам великую просьбу, граф. Какую? Хочу жениться до отъезда, не имею возможности попросить высочайшего разрешения. Столь краткий срок. Будьте отцом родным. На ком? На Нине Чевчевадзовой.
Ну что ж, примите мое поздравление. Примите. Ну, гуляйте. Гуляйте осторожней. Здесь пули летают.